Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 10 февраля 2020 года. И я хотела поделиться с вами радостным событием, которое произошло в моем питомнике. Мои улиточки Арха, Хатина, Маргината, Сутуралис, Черноногие, которых я купила год назад в Москве. Это линия разведения среды обитания от производителей, привезенных из Нигерии, наконец-то повзрослели и сделали свои первые кладочки. Я очень счастлива, это долгожданные малыши. Это очень красивые улиточки по цвету ноги. Я уже делала об этих улиточках видео. Посмотрите, какая у них черная нога. И вот теперь я надеюсь, что у нас получится. И будут вот такие красивые детишеньки. Очень черноногие, с очень ярко-малиновыми апексами. Даже видеокамера не передает красоту этих улиточек. Такие яркие они и контрастные. И хотела вот объяснить ситуацию. Многие подписчики моего канала, мои друзья и гости нашего канала, вот я делала видео про маргината, первые кладочки, эктерика. И многие люди стали писать и звонить с вопросом бронирования улитят, которые еще не вылупились. Дорогие друзья, в этом году такая непонятная у нас погода. В этом году у меня вот за осень и зиму не неслись вообще мегасы, не откладывали кладочки. Другие виды моих улиточек, которые делали кладочки, не происходило вылупа, поэтому я сейчас абсолютно не готова брать заранее бронь, ставить кого-то в резерв из невылупившихся малышей, так как у многих улитководов в этом году вот такая беда, улитята несутся, делают кладки, а вылупа не происходит. Пока у меня не появятся малыши, я никаких гарантий не могу вам дать, поэтому просто потерпим вместе, подождем. Как только у нас что-то вылупится, что-то появится, я обязательно буду делать видео про тех улитят, которые действительно уже есть, уже вылупились. И тогда уже можно будет говорить о какой-то броне, о каком-то резерве на реально существующих улитят. Пока лежит кладочка, это все очень непредсказуемо. Я уже рассказывала, как люди покупают кладки и ждут вылупа, а вылупа не происходит. Так о чем говорить, о каких покупках кладок, это которые надо транспортировать куда-то, перепад температуры, влажности, тряска. Если здесь у меня из родительского террариума в такие же условия, в такую же температуру, влажность, кладка переезжает в моем доме, и никуда тут не трогаем, не шевелим, не дышим на нее, и то не происходит вылупа. О каких вылупах могут, ну, на какие вылупы можно рассчитывать при транспортировке? Это вообще как бы маловероятно. Могут вылупиться, я уже рассказывала, только те улитята из тех кладок. Если вы уже, ну вот, купили кладку, которой до вылупа оставалось пара дней, то есть там уже полностью сформированные живые улитята, тогда есть шанс на вылуп. В противном случае, сколько раз я из города, переезжая на дачу, забирала кладки от своих улиточек. Мне жалко было их тут оставлять, чтобы они погибали. И все равно, пока мы их везли, как бы аккуратно я это не старалась делать, как бы я их не упаковывала, и везли мы летом, привозила я их на дачу, ставила аккуратненько и ждала вылупа. Вылупа не происходило. Много раз я покупала улиточек из других городов, и в момент транспортировки, пока эти улитята ехали ко мне из другого города, они в дороге успевали сделать кладку. Такое часто бывало даже с моими взрослыми улиточками, пока мы ехали от города до дачи, и то они умудрялись сделать кладку. Как правило, вот такие кладочки, сколько я их раз оставляла в надежде на вылуп, не получалось у меня ничего. Никто из этих кладочек не вылуплялся. У некоторых людей получались вылупы. Но это за редким исключением. Основная масса кладок не вскрывается. Поэтому даже дома, я вот сейчас при такой погоде в этом году, у многих такая беда. Кладки есть, а вылупа нет. Поэтому я сразу вот хотела сделать это видео. Кладки есть,
Улитки пошли не плодиться. Возраст пришел. Но пока нет вылупа малыша, никакие брони и резервы я не беру. В описании под данным видео будет оставлены ссылочки на соцсети, на мою группу ВКонтакте, где можно посмотреть виды улиточек, представленных в нашем питомнике на продажу. Там же можно посмотреть цены. Там же можно в обсуждениях почитать про разные виды, посмотреть много фото, про содержание, чем отличаются разные виды улиточек друг от друга. Пока вот подумать, выбрать себе питомца, так как не все виды между собой уживаются. Можно почитать про то, кто уживается, кого можно содержать вместе, кого нельзя. Ну, в группе много полезной информации для начинающих улитководов. Подготовиться. И как только у нас появляется что-то на продажу, мы делаем видео, вывешиваем в группе объявление о продаже. Пожалуйста, звоните, пишите. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Напоминаю, я не занимаюсь отправками, улетят в другие города. Приобрести улетенка в другой город из нашего питомника возможно только если кто-то из ваших знакомых приезжает ко мне домой, выкупает понравившегося вам улетеночка, я тогда его упакую в дорогу, и только таким образом возможно купить у нас улиточку в другие города и даже страны. И товары для улиточек я тоже по почте не отправляю, не из вредности, у меня крупный питомник собачек, и мне некогда этим заниматься, поэтому что могу, то делаю, чем могу, то помогу. Пишите вопросы в комментариях. Пишите, на какие темы хотелось бы вам увидеть видео на нашем канале. Если мы еще не делали таких видео, обязательно сделаем видео с ответами на ваши вопросы про содержание, разведение и кормление улиточек. Если таких видео у нас нет, но если есть, но тема интересная, повторим с удовольствием. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться. Кто подписан, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!